Переделка шуруповерта AEG на литий в стандартный 12-вольтовый аккумулятор от AEG помещается 4 элемента 18650 и балансировочная плата BMS-4. На данный момент здесь стоит 30-ка. Ну, вполне хватает. Защита работает, балансировка работает. Стоят там очень высокотоковые аккумуляторы, взятые с ноутбучной батареи, которые ни в коем случае нельзя ставить. Но они успешно работают. Вот такие вот взятые, да. И все работает. Все идеально работает. Вот в данном аккумуляторе от Bosch стоит 8 банок обычных аккумуляторных. Он от балансировочный разъем, потому что платы BMS нету. Заряжался IMAX B6. Он проработал 5 лет. Да, банка одна сдохла, двойная. Но она была заменена и сейчас все нормально работает, продолжает работать. Все, собран аккумулятор, все скручено, все плотненько. Никаких щелей, никаких люфтов. Все, он выглядит снаружи абсолютно как оригинальный, то есть никаких изменений видно, все. Никаких дополнительных отверстий для зарядки, для подключения. Хватает штатного разъема, в котором плюс-минус. Вот. Все в шуруповерте нормально работает, крутит. Первая, вторая скорость, срабатывает защита, если закусывает сверло. Все. То есть под большой нагрузкой. Сверлил 12-м сверлом металл без вопросов. Валит. Для того, чтобы разместить элементы, надо немножко бормашинкой поработать. Ну или раскаленным паяльником. Трошки постачивать вот эти крестики, вот эти упоры, отливы вот эти угловые. Да. Чтобы было, ну, плотнее садились аккумуляторы. И тогда можно разместить как 4 с платой, так 6 штук. Ну вот здесь можно еще. Вот эти боковые тоже два упора сточить. Они тоже место немного занимают. Упираются в аккумуляторы, когда их размещаешь. И все. И можно разместить даже 6 элементов. Без платы BMS. Плату BMS. Вот, 6 элементов. А плату BMS непосредственно разместить в зарядном устройстве. Для трехбаночной системы достаточно 4 контактного разъема. И все. Получается плюс-минус B1, B2. И все работает без проблем. То есть, если все подточить, он будет собираться, будет увеличена емкость. И вот сюда непосредственно вставить плату BMS. Тогда она... вот, переделанный блок питания. В нем стоит блок питания от ноутбука и DC-DC преобразователь. Вот. Который с 19,5 вольт сделал нужное нам 16,8. Вот. Когда идет зарядка, горит красным. Когда зарядка закончилась, опять становится гореть зеленым.